Сьогодні у програмі «Артзона». 28 жовтня народний артист України, знаменитий тенор Дніпровської опери Едуард Срібницький відзначив 80-ліття. Програма «Артзона» привітала Едуарда Михайловича з ювілеєм. Спасибо. Послухала оперу «Паяци» за його участі. І те, що говорять про ювіляра колеги і шанувальниці. Він унікальний. Це майстер. Здавалося б, 80 років – чудова нагода влаштувати великий ювілейний концерт. Але Едуард Михайлович Срібницький каже, що святкових концертів у нього вже було чимало. Тому цього року він зрозумів, що у свій день народження хоче просто вийти на сцену рідного театру, в якому служить з першого дня, і заспівати в одній з улюблених опер. Цього вечора до Дніпропетровського театру опери та балету прийшли як поціновувачі самого твору. «Паяци» – це опера, одна із лучших в мірі, тому ми тут. Так і шанувальники Срібницького. Ну, я взагалі поклонник Едуарда, тому я хочу його, ще ювілей, я хотіла б його послухати, тому що, в общем-то, він один із найвідоміших у нас в місті певців. І, несмотря на те, що він не дуже юний, але у нього дуже хороший тембр голосу. Я перший раз його услышала 18-летняя девчонка в партии Германа. И с тех пор я не пропускаю ни одного его спектакля. Это действительно целая эпоха. Это пример для других артистов. Когда он на сцене, спектакль преображается. Поэтому, конечно, для меня это особенный спектакль. У меня семья далекая от искусства, но я услышала оперу 17-летней девчонкой. Влюбилась в это искусство во многом благодаря великолепным образам Эдуарда Михайловича, других артистов, певших на этой сцене. Стала читать, стала слушать, стала ездить в другие театры. Ну вот, с тех пор моя жизнь неразрывно связана с оперным театром. Вы здесь работаете? Нет, я здесь не работаю, я здесь постоянный зритель. А от Срібницький уперше почув оперу ще в дитинстві. Не наживо, а по радіо. Почув оперний спів, закохався в нього і почав мріяти, що колись теж співатиме на сцені. У школі записався до хору, брав участь у співочих олімпіадах, але після семирічки вступив не до музичного училища, куди його кликали, а до технікуму в рідному Магнітогорську. Бо там стипендія була більша, а для нього і для родини це було важливо. Добре вчився, грав у волейбол і продовжував співати у самодіяльності. Після технікуму, який закінчив із відзнакою, без іспитів вступив до Челябінського політехнічного інституту. І знову добре вчився, грав у волейбол і співав. І от так рот відкриваю, я зараз скажу, з 57-го року, ребята. Це 60 лет. Представляєте? Ровно 60 лет. Я серйозно почав займатися. 57-го року Срібницького прослухав викладач консерваторії, сказав, що голос у нього добрий, варто розвиватися далі. І для початку треба закінчити музичну школу. Після 2 років вокального відділення вечірньої музичної школи Срібницький вступив до консерваторії. І 2 роки навчався паралельно там і в інституті. Потім ще 2 роки паралельно працював проєктувальником «Уралгіпромезу» і навчався у консерваторії. Мрія про оперну сцену нарешті здійснилася, коли Срібницькому було 29 років. Його взяли до Челябінського оперного театру. 8 років потому він переїхав до Дніпропетровська. Це місто, куди трохи раніше перебралися батьки його дружини, йому відразу надзвичайно сподобалося. Як тільки у нас відкрився оперний театр, Едуард Михайлович, не роздумуючи, подав документи на конкурс. А сьогодні як-то по-особливому готувалися к спектаклю? Нет, нет, как же, нет. Особого чувства? Если, да? Особого чувства нет? Каждый спектакль, это как идешь, это... Ну, не для колков, а понимаешь, но всегда ответственность.
концерт всегда мы рабы голоса, понимаете? Мы как спортсмены вообще, это нужно всегда подготовить аппараты, свой организм. Да-да, заходите. Это свои. Привет. Ой, ты мои золотки мои. Здравствуй, моя ноченька. Какая ты высокая. О, ты собрался играть мне сегодня? Конечно. Да. Мои дорогие. Это мои. Мое счастье. Здравствуйте, мои хорошие. Привет. Раздевайтесь. Я очень рад вас видеть. Это Эдик, Эдуард. Тоже Эдуард, два Эдуарда Средницких. Элечка Средницкая, это балерина. Ну какая выросла, это скрипач. Вы заметили, что за скрипкий парень? Едуард Михайлович Сребницький каже, що життя його склалося щасливо. Він заспівав майже всі партії, про які мріяв. 51 рік прожив із коханою жінкою, котра його розуміла. У нього двоє чудових синів, один з яких Олексій, провідний тенор Харківської опери, і четверо онуків. І він досі відчуває натхнення і силу співати на сцені. Во-первых, это очень талантливый человек. Это просто очень талантливый певец. Организован необычайно. Он всегда собран. Он всегда приходит на работу, готов к работе всегда. Утром это, вечером, после спектакля. Поэтому как бы для нас это пример. И мы гордимся тем, что у нас в нашем театре есть такой великий тенор, который, наверное, великий не только в нашем, это великий на многие территории нашего земного шара. Тенор в этом возрасте – это очень большая редкость. Это практически нереально, потому что тенора – это, как правило, молодые голоса. Со временем они теряют свою силу, а наоборот, у Эдуарда Михайловича как раз у него такой случай произошел, что он, собственно, стал уже в достаточно зрелом возрасте именно петь первые партии. Потому что в театре его брали для оперетты больше. Самое главное, мне кажется, знаете, быть востребованным, потому что иногда ведь бывает, знаете, артиста, по памяти, как какую-то легенду держит в театре. Нет, Эдуард Михайлович – это живой артист, который, несмотря на свой возраст, сегодня выходит на сцену. Когда там зрители узнают, сколько ему лет, и все удивляются и говорят, нет, такого не может быть. Да, такое может быть. Он прекрасно выглядит, дай бог ему здоровья, он стоит на сцене. Поэт Радамес, ощущение, что вы молодой человек, которому там около 40 лет. Это пример для всех актеров, каким надо быть. Вот видите, как положительно влияют стены Днепроведровского оперного на здоровье и на бодрость духа, наверное. Он еще, кроме всего, ведь является такой душой коллектива. Он не безразличный человек. За кулисами он ходит, кому-то дает советы, он переживает за все. Он очень часто приходит ко мне как директор и говорит, нет, неправильно, у нас тут не так идет, надо по-другому сделать. То есть, и это еще раз говорю, это живой человек, живая легенда, который очень важен для театра, нужен для театра. И дай бог ему еще здоровья на долгие-долгие годы, чтобы продолжать. Конечно, хочется пожелать ему еще
немало сезонов нас радовать. Эдуард Михайлович, я вас очень люблю, уважаю и очень сильно хочу, чтобы вы еще очень долго нас радовали. Я столько лет выхожу на сцену, пою, надеюсь, что доставляю удовольствие людям, заставляю вас иногда плакать, смеяться. И вот мы, артисты, все, оркестр, хор, балет, все приходим сюда, чтобы отдать вам частицу своего сердца, волновать вас тоже, чтобы вы вышли отсюда неравнодушными. Я благодарю, что вы приходите к нам сюда. Приходите, потому что опера – это самый великий вид искусства. Ну, это я говорю, понятно, почему. Правда, правда. Вы сегодня поняли, да? Здесь есть голос, есть музыка, есть художник, есть здесь все. Уже говорили, что опера умрет. Вот сейчас уже засилие эстрады, все такое. Нет, товарищи, опере уже больше 400 лет, и она живет. И я надеюсь, что благодаря вам и нам она будет жить вечно. Счастья вам, друзья! Приходите к нам еще на спектакль. Мы будем стараться радовать. Будьте здоровы! Спасибо. 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 Спасибо.